Я, Солодченко Виталий Юрьевич, даю согласие на видеосъемку. 7 сентября 79 года рождения. Родом я с Волгоградской области. До того, как в армию попасть, я бомжевал. Волгоградская область, Паласовский район, поселок Лесуново. И что, ты в этом поселке бомжевал? Да. У меня дома своего нету. То, где придется, и на улице, и в ямах. Так же и зимой скитался. Сколько лет ты бомжуешь? Да уже лет 12. Ну, одно время водкой увлекся и пошел по наклонной. Спился. В армию попал с помощью друга. Друг предложил. Я пошел. Хотел помочь ему с выплатой кредитов. Когда подписал контракт? 19 октября 23 года. Ну, дальше по воинским частям катали. Пока сюда не привезли. Как попал в плен? Я шел на задание и заблудился. И попал в плен. Ну, мне надо было дойти до места дислокации и поменять там людей. Ну, это вот на железной дороге, рядом с Клещеевкой. Ну, я в Батайске в стройбате был. А, мотострелковый батальон. 68-й танковый полк. Много бомжей в этом подразделении служит? Немного, но есть.